Спасибо, спасибо. Группа наша называется Араиль. Ну, я надеюсь, вы знаете и так нас. О, следующая композиция «Воздух». Нужна ваша помощь. Нам. И мне. Нам нужна ваша помощь. Да. Володе нужна ваша помощь. Обратите внимание на Володю с коробкой. Помогите проекту, да? Скажите ему «да». Что делать? Спросите вы, спрашивает зритель, что делать, чем помочь нашей группе в следующей песне. Все очень просто. Я делаю вот так вот, а вы делаете так. Вау! Сергей, помогите нам материально. Твоими словами. Голос слышите, Сергей? Да громче! Хорошо. На ножки в работе забыли, что над головой небеса, а вовсе не небо, и не быть, это наше решение, а вовсе матери или отца. И с каждым годом мы прибавляем погоду, меняем стая на стаю, схема полета простая, каждая птица растает, превратившись в нашу другую породу. Между небом и землей я всего лишь крик. Это стая птиц. Мы закрываем глаза и начинает смазать капли по ординате. Этот сон во сне, словно за пределами сна, приобретает мой характер. Здесь вечный поиск пути, куда идти и кем быть. Эй, ты там, ответь нам, как научиться мечтать, как научиться любить, если всю жизнь мы прячем полоса от ветра, мы забываем то, ради чего мы дышим. Быть постоянным повторением предыдущего поколения, быть постоянным повторением повторения, или сказать нет и оказаться частью лишнего. Внутри большого пазла всем ветрам на зло, среди прямых и правильных согнуться на и зло, под небом синим взлететь над всеми и превратиться в стаю птиц. Между небом и землей я всего лишь часть одинокой стаи. Между небом и землей я всего лишь крик этой стаи птиц. Между небом и землей я всего лишь часть общей одинокой стаи. Между небом и землей я всего лишь крик этой стаи птиц. Thank you.
Между небом и землей я всего лишь клин. Это стая птиц. Между небом и землей я всего лишь часть общей одинокой стаи. Между небом и землей я всего лишь клин.